Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Как Абдулла Хазран, я к вам по вопросу. Присаживайтесь. Хазрат, я хочу фитр садака выплатить за себя и за свою семью. А как это все правильно сделать? Фитр садака выплачивается следующим образом. В зависимости от финансового положения. За каждого человека 100, 300 или 700 рублей. Вот вы за вашу семью, за детей и за жену с каждого по или 100, или 300, или 700 рублей выплачиваете. А вы какой можете для себя выбрать? Я думаю, что средний. Ага, ну средний. Если средний, то за троих людей получается 900 рублей. Фитр садака выплачивается следующим образом. Вы сердцем намереваетесь выплатить обязательно фитр садака досрочно за себя, жену и ребенка. Я намереваюсь выплатить обязательно фитр садака за себя, за свою жену, за своего ребенка преждевременно и уполномачиваю вас в доведении до нуждающихся. Да примет Всевышний Аллах, брат мой, твой фитр садака приумножит многократно и воздаст за это в обоих мирах. Аминь. Дорогие братья и сестры, вот и наглядный пример тому, как выплачивается фитр садака. И уже сегодня каждый из вас может его выплатить. Да примет Всевышний Аллах и приумножит. Аминь.